Гляньте, какой нож получила. Так, кизлярская сталь. Настоящий. Настоящий. Со всеми бумажками. Сейчас покажу. Рукоять, охотничий нож, акула. Чё так? Это что? Ну, это не на нашем языке. Так. Пожизненная гарантия. Еще почитаю. Так. Гляньте. Вот это вот отверстие для темляка. Еще сделать надо будет. Сплести. Так, видите, акула нарисована. Вот такой вот обалденный нож, тяжелый. Видите? Толщина какая. Придется при фотошопе затирать вот эти вот надписи. И вот эта вот надпись. Кизляр. Made in Russia. Вот это ножик. Достаточно тяжелый. И удобный.